Саратовской школе хоккея 45 лет. На праздник в Ледовом дворце спорта «Кристалл» собрались бывшие и нынешние воспитанники детской и юношеской школы, тренеры и родители. Свое умение стоять на коньках продемонстрировали юные хоккеисты и фигуристы. Сейчас в детской и юношеской школе «Кристалл» учатся играть в хоккей больше 800 мальчишек. Тренеры сетуют, что по сравнению с детьми советских лет, современные слабее физически и психологически. Но теперь у них появился стимул. В этом году команда мастеров «Кристалл» вернулась в высшую хоккейную лигу. И министр спорта Саратовской области Александр Абросимов выразил надежду, что теперь в ней будет больше местных игроков. Собравшиеся вспомнили славное прошлое школы, которая вырастила немало классных мастеров. Саратов, начиная со школы и заканчивая командой мастеров, куда бы Саратов ни приезжал, его везде боялись. То есть везде боялись, это уважали, значит, то есть отношение было такое. Я хочу пожелать нашей Саратовской процветания, чтобы на школу растило больше мальчишек. Все-таки хотелось бы увидеть их на высоком российском уровне. Ну и, конечно, соответственно, чтобы представлял кто-нибудь сборную. Потому что в сборной вообще уже давно никого не было представителей Саратовской. Конечно, хотелось бы. Юбилей школы отметили матчем между ветеранами саратовского хоккея и юниорами. После серии буллитов ветераны выиграли со счетом 10-9.